Современное общество нельзя представить без архивов, специализированных мест для хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, имеющих культурно-историческую и научную ценность. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских осмотрел государственный архив, где хранятся уникальные документы, такие как указная грамота царя Ивана IV, метрическая книга с записью о рождении Владимира Ульянова Ленина, указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области. Во время встречи с архивистами губернатор отметил особую важность труда архивистов для общества и государства и поздравил с профессиональным праздником. Ваша работа крайне необходима тысячам жителей Ульяновской области, которые обращаются в архивы с запросами. Вы помогаете людям найти свои корни, ответы на волнующие их важные вопросы. Ваша работа очень важна для исследователей, которые изучают историю родного края, для студентов, аспирантов и уже именитых ученых, защитившихся на архивных материалах. Губернатор Алексей Русских поручил проработать вопрос расширения площадей госархива и закупки оборудования для оцифровки. Глава региона вручил ведомственные и региональные награды сотрудникам архивной службы. Так, знаком «Почетный архивист» награждена главный архивист Государственного архива Ульяновской области Ирина Курсанова. Благодарю губернатора Ульяновской области, а также Федеральное архивное агентство за высокую оценку своего труда. Ну, работаю в архиве, можно сказать, со школьной скамьи, уже 31 год. И, в принципе, я ни дня не пожалела, что выбрала именно вот это направление работы. Я считаю, что хранить прошлое, историю для будущего поколения – это, конечно, очень важно. За многолетний добросовестный труд, активное участие в организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации почетной грамотой была также удостоена главный специалист сектора по архивам администрации муниципального образования Сенгилеевский район Галина Петрова. Труд наш очень-очень такой конкретный. Я бы сказала, что он требует большого уважения к документу, труд людей, которые любят документ, бережно к нему относятся. Поэтому я от всей души хотела бы поздравить всех архивистов области с этим замечательным профессиональным праздником. Кроме того, губернатор вручил ряд региональных наград за достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и добросовестную работу сотрудникам архивной службы Ульяновской области. Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Ул Правда ТВ.